Приветствую. Под конец недели хочется найти хоть чуточку позитива и некую надежду в теме мобилизации. И хотя тема сложная и хорошего там очень мало, мне кажется, я кое-что для себя нашел. И этим хочу с вами поделиться. Законопроект 10378 и законопроект 10379. Это вот те нашумевшие новые законопроекты, которые содержат нормы, согласно которым люди будут подвергаться уголовной ответственности за отказ от прохождения ВЛК. За неявку в ТЦК и СП человек может получить блокировку его счетов, имущества и прочее. Вот по этим законопроектам я нашел позитив. Да, вот так вы скажете, в смысле, ну это же жесть полнейшая. Да, абсолютно, это жесть полнейшая. И позитив я нашел в следующем. Мониторя информационное пространство по этой теме, я увидел, что политики, большие политики, делают заявления и выступают против этих законопроектов. Порошенко, Тимошенко, их фракции, скорее всего, не будут голосовать за эти законопроекты. Ну, Тимошенко прямо сказала, что не будут они голосовать. Порошенко тоже высказался очень критически в отношении этих законопроектов. Омбудсман наш Дмитро Лубинец тоже сказал, что когда придет этот законопроект к нему, он получит негативный отзыв. И, наверное, даже самое главное, оборонный комитет, то есть профильный комитет Верховной Рады, который будет давать заключение этому законопроекту и рекомендовать, либо не рекомендовать его к принятию, там тоже и заместители главы этого комитета, и другие члены этого комитета тоже высказались против этого законопроекта. Есть еще ряд депутатов, которые также сказали, что они не могут это поддержать, потому что законопроект не соответствует Конституции Украины, не соответствует другим нормативно-правовым актам, порождает определенные новые коррупционные механизмы. В том числе многие акцентировали внимание на том, что если руководителю ТЦК и СП дать право блокировать и разблокировать счета человеку, то, ну, это явный коррупционный риск такой, да, явное поле для деятельности. И вот, собирая все эти заявления, мы видим, что, по сути, за этот законопроект на сегодняшний день, наверное, выступает только Кабмин. А депутаты и депутатские фракции выступают против него. А это говорит о том, что когда его вынесут, если на голосование, и если его не поддержит оборонный комитет, его не поддержат такие фракции, как Батьковщина и Европейская солидарность, то это может привести к тому, что законопроект просто не наберет достаточно голосов. И вот в этом я нахожу определенный позитив, потому что мне думается, что в том виде, в котором написан этот законопроект, эти два законопроекта, их нельзя принимать. Их просто нельзя принимать, потому что они приведут к существенному сужению прав человека. И да, я прекрасно понимаю, что в Конституции Украины есть обязанность защищать Украину, да, защищать ее независимость, территориальную целостность. Но это не говорит о том, что эту обязанность, вот подводить человека к этой обязанности нужно через сужение его прав. Да, а у нас же там есть определенный перечень норм, которые говорят о том, что, ну, права человека сузятся, ну, прям да нельзя. И меня очень радует, что есть депутаты и целые депутатские фракции, которые выступают против этих законопроектов. И я очень надеюсь, что они не отступят от своих слов. И когда дойдет дело до голосования, они не будут голосовать за законопроект 10378 и 10379. И мы не получим этих, на мой взгляд, очень жестких и иногда, пожалуй, противоречащих, как мне кажется, Конституции Украины законопроектов.
Слежу дальше за развитием событий. Если вы хотите быть в курсе самых последних новостей по этой теме, подписывайтесь на мой YouTube канал, а также приглашаю вас в свой Telegram канал. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.